Всем привет! Слышали ли вы про метафорические ассоциативные карты? Если нет, сейчас я вам немножко про них расскажу. У меня сегодня пришел сертификат, и теперь я настоящая волшебница. Всем привет! У меня сегодня радость. Получила свой сертификат по обучению метафорическим ассоциативным картам у Жанны Абрамовой. Все ссылки на курс, сайт и мою группу ВКонтакте оставлю для вас в описании. А сегодня хочу поделиться с вами несколькими раскладами метафорических карт, в которых участвуют только три карты. Они очень простые и понятные, но при этом весьма эффективные. Немножко о правилах работы я вам сейчас расскажу. Карта значит только то, что вы на ней видите, и ничего другого. Это не гадание, это работа с вашим подсознанием. Для того, чтобы расшифровать карту, необходимо будет ответить на несколько вопросов. Он про отношения. Буду я его делать вот как бы не подготавливаясь, прямо у вас на глазах. И давайте посмотрим, что у нас получится. Цель расклада какова? В любом случае, у каждого были те отношения, которые оставили глубокий след, и вы как бы постоянно, может быть, к ним возвращаетесь, помните их, может быть, сожалеете, может быть, радуетесь. Вот. Но отношения не сложились. Картам зададим три вопроса. Какая я была до отношений, какая я была во время этих отношений и какая я стала после этих отношений. Давайте посмотрим. Вообще очень интересно. Ну давайте вспомню свою первую любовь. Раз я складываю, какая я была до того, как влюбилась, какая я была во время отношений и какая я стала после. Ну, это, в принципе, что там, какие-то выводы. Ну, давайте открывать. Посмотрим, что же там у меня было. Первая карта, у нас был вопрос, какая я была до того, как были отношения. Те отношения, которые я как бы думала, когда вытаскивала эти карты. Да нет, не может быть. Да ладно. Вот так вот. Конечно. Если я была вся такая вот, как этот дяденька, который сидит в углу, уставший, на корточках, ручки скрестил, головку повесил. Вот. И если я в то время была такая вся замученная, конечно, кто мог на меня обратить внимание? Никто не мог. Никто. Все понятно. То есть, а что для вас эта карта? Чтобы расшифровать, вы должны посмотреть и ответить на несколько вопросов. Кто на этой карте? Что он чувствует? Что он делает? Что было до того, как он вот стал себя так чувствовать? А что будет после? И тогда карта сама себя вам раскроет. Из вашего подсознания выплывет та ситуация, которая была вашей жизни. О чем для вас эта карта? Напишите в комментариях. Давайте посмотрим следующую карту. Так, эта карта, какая я была в отношениях. Открываем. Конечно. Все, вот, девчонки, вот все правильно. И мальчишки, если смотрите. Вот все правильно.
Что мы здесь видим? Давайте расскажу. Мужчина и женщина пробежали мимо друг друга, занимаясь своими делами и по своим делам, по красивой полянке. То есть, о чем эта карта мне говорит? У вас в любом случае может быть своя интерпретация. Но для меня это то, что в этих отношений, вот для меня, да, этих отношений, ну, не было. То есть, мне человек нравился, а он на меня не обращал внимания. Вот, пожалуйста, вот прям вот как тут, как на духу. У вас это может быть что-то другое. У каждого свое. У каждого, поверьте мне. То есть, отвечаем опять же на вопросы. Кто на этой карте? Что делают? Что чувствуют? О чем думают? Что было до этого? И что будет после? О чем для вас эта карта? Напишите в комментариях. Хорошо. А что же у нас? Какая же я стала после этих отношений? Ну, то есть после своей несчастной любви, да? Давайте посмотрим. Ну, в скобочках несчастной, вы же понимаете? Вот такая вся обиженная, строгая, пуританская тетка, которая учит других людей, как надо жить. Но вот если как бы к моей ситуации применительно, ну и стоит еще на пьедестале, в ореоле таком, что типа я все знаю, я права. Там. В моей интерпретации это не я. То есть, когда здесь я видела себя, да, я понимала, что да, это я уставшая, да, что мы разбиты, ну, как бы пробежали, не увидели друг друга, не смогли, как бы, вместе как-то где-то даже просто погулять, да. А здесь я точно не она, потому что у меня очень веселый такой, я оптимист, но скорее всего, что для меня, я, скорее всего, вот где-то вот тут внизу, возле этих вот, в толпе вот этих вот людей, которые стоят. Может быть, мне вот эта вот тетенька нравится. Наверное, вот это вот я. Вот. И она слушает какую-то, получается, то есть эта женщина, которая в центре, ну, скорее всего, она там проповедует какие-то религиозные ценности, вот, как надо себя вести, как надо общаться, допустим, с молодыми людьми по тому времени, то есть как надо с ними взаимодействовать, ну, в общем, где-то так. Ага. Ну, что еще могу сказать? Ну, в общем, я ее слушаю, типа наставления. Кто меня этому, как бы, может быть, учил? Да, после этого я поехала работать в другой город. Ну, скорее всего, это были наставления мамины у меня. О чем для вас эта карта? Напишите в комментариях. А теперь просто возьмите и сделайте вывод, какая вы были в тех отношениях. Буду очень рада, если вы напишите мне в комментариях расшифровку, вашу расшифровку вот этих трех карт. Следующий расклад будет, какой он был в этих отношениях. Ссылка на мою группу ВКонтакте будет в описании. Пишите мне туда. Провожу онлайн-диагностику и консультации. По WhatsApp, по Skype можно. Буду рада, если кого-то открылись какие-то инсайты. Всего доброго. Хорошего вам настроения. Выздоравливайте. Кто болеет, кто здоров, не болейте. Всем пока.